Есть, товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня у нас подарочный день. У нас был конкурс. Красивая Леночка выиграла конкурс. Кроме того, что прекрасно выглядит, красиво готовит. Человек, который выиграл конкурс, посмотри. Жаропрочна Pyrex посуда, универсална. Можно внутри доделаешь мороженое, можно, когда пойдешь на работу, доставишь внутри салат, потом здесь сделаешь суп, а здесь доставишь горячий с гарниром. Спасибо. Пожалуйста, будь здорова. Кроме того, что Лена имеет Pyrex посуду, она умеет готовить и мороженое. Возьмешь такой замечательный опять Pyrex, чтобы ты поняла, как готовиться на этой замечательной посуде. Добавишь внутрь сливки и молоко. Принадобится примерно 600 грамм. Потом добавишь внутрь ванилу. Сейчас мы ставим молоко на плиту, не на самый сильный огонь. Потом, когда пойдешь замужем и когда сделаешь свадьбу, мы тебе подарим KitchenAid. Возьмешь одну ложку, откроешь замечательный KitchenAid, добавишь внутрь так сахарной пудры. Потом возьмешь яйцо, белок оставишь, можно делать безе, а сюда добавим желток. Сколько желтков ты добавляешь? Где-то примерно 7 желтков на 600 миллилитров сливок и молока. Сейчас мы сюда добавим еще 2 ложки, значит где-то примерно 150 грамм сахарной пудры нам принадобится. Нажмем кнопку. KitchenAid за нас работает, мы ни хрена не делаем, мы не паримся, можно да поднимешь температуру. И все это круто не сбиваем, пока у нас не получится такая белая масса. Тут у нас получилась и такая вкусная, прекрасная белая масса. Скажи ты нам, что ты любишь на ТВ Джему? Сержа. Сержа, понятно. Например, там Холивар, например, там замечательная Джеймс Сэша, например, замечательная передача Троицкий у нас, там такой музыкальный историк. За дело смотрю. А, за дело тоже там интересные вещи. Молоко не должно да кипит. Прохладали наше молоко. Сейчас мы добавим это сюда. Опять все вернем к нашему замечательному кулинарному чуду 20 века. Если хотите, да, что быстрее прохладает молоко, ставьте его в миксер KitchenAid, он его прокрутит, пара быстро уйдет, все холодно, все как положено. Сейчас мы вернем это все сюда. У нас есть такой вариант. Возьмем клубнику, по клубнику мелко-мелко-мелко порежем. Сейчас мы то добавим сюда. Все это ставите на плиту, но это не должно да кипит, а на такой маленький огонь, чтобы потихоньку это все становилось густым и чтобы на пару уходила лишняя жидкость. Возьмете деревянную лопатку и потихоньку станете на плиту. Все это крутите в круг, как Лена. Колдуем по-сербски, чтобы дали Лену замужем вместе с Пайрексом. Серж, а заклинание есть какое-нибудь? Клубнико, клубнико, колко ты сладко, приведи мне такого мужа. Выключаем плиту. Мороженое наше прохладал. Сейчас мы возьмем, видишь, так, можно да сделаешь по одну порцию. А есть, видишь, такой вариант. Можно возьмешь какую-то здоровую посуду. Ладно, давай доставим это все в морозилку. Откроем. Положим. Это здесь свободно. Мороженое морозится где-то примерно 24 часа, чтобы его могли кушать. С вами была Лена, красивая, умная, заботливая, любящая, да? С посудой Pyrex. Кто хочет замужем, пишите ТВ Джему. Свадьбу готовим бесплатно. Конечно, продукты ваши. Спасибо вам. Серж, Лена, ТВ Джем. Чао. Пока.